Добрый вечер, друзья. Итак, московское время 8:20. Мы очень рады вас сегодня здесь видеть. Вы готовы жечь по-крупному? Как насчет музыки? Как насчет танцев? И сегодня для вас играет чемпион оркестровой музыки, дорогие друзья, самый лучший джазовый оркестр на этой сцене — Good Orchestra! Спасибо, дорогие друзья. Как ваше настроение? Хлопайте тем, у кого все хорошо. А тем, у кого все нехорошо. У вас все нехорошо? Как же так? Я думаю, что мы это сегодня исправим. Мы для вас сегодня поиграем красивую музыку. И у вас, как минимум, на нашем концерте все будет хорошо. Good Orchestra сегодня для вас играет. Узнали песню, которую мы исполняли только что? Кто-нибудь узнал? А как называется? И что, кто сказал? И вы выигрываете автомат... Шучу. Итак, а соло здесь играл Егор Балабанов на
трубе. Между прочим, это золотые губы Тульской области. Итак, а далее мы сыграем для вас песню, которую написал Генри Манчини. И я думаю, что вы ее тоже угадаете с первого щелчка. И я бы очень хотел, чтобы вы нам помогли ее исполнить, потому что это очень важно. Мы на самом деле, когда выступаем, мы в каждом концертном зале, в котором играем эту песню, и в котором вообще, в принципе, играем, мы проводим конкурс по тому, кто лучше щелкает. Я вам покажу, вам нужно будет просто сделать вот так вот. Когда я вам покажу, конечно же. Просто умеете щелкать? Все умеете? Покажите, как щелкаете. Отлично, вы умеете щелкать. Вы самый лучший зал. Итак, вам нужно будет просто щелкать вот так. И все. Но не сейчас. Итак, сейчас я начну, и оркестр начнет вместе со мной. И я вам покажу, когда начинать вам. Саксофоне. Итак, а сейчас у нас в оркестре есть не только джаз, но еще и классика, и даже, я бы сказал, не просто классика, а музыка из кинофильмов, и даже, я бы сказал, из киномультфильмов, которые впоследствии стали кинофильмами. И мы сейчас для вас сыграем песню
точнее даже не песню, а попури из мультфильма «Аладдин». Тем не менее, я думаю, что никто не может поспорить с тем, что там великолепная музыка.
Итак, ну у нас есть не только музыка из кинофильмов, не только джаз, но также у нас есть музыка популярных исполнителей, которые тоже оказались, на удивление, джазовыми и, на удивление, очень хорошо звучат в биг-бенде. И сейчас мы сыграем для вас Билли Айлиш. Не просто Билли Айлиш, а музыку из кинофильма «Джеймс Бонд», серия «Последняя», но... Серия крайняя, но не последняя. «No Time to Die». Спасибо, дорогие друзья. Вот так вот может звучать, на самом деле, Билли Айлиш в биг-бенде, даже без Билли Айлиш. Итак, я хочу вам рассказать о том, что на ваших столах лежат кругляшки, замечательные такие фишечки, на которых написан QR-код. По этому QR-коду вас в эпоху ковида могут выпустить в любое заведение, но оно уже закончено. Ладно, шучу. Итак, дело в том, что вы, перейдя по этому QR-коду, можете подписаться на наши соцсети, ознакомиться с программой наших концертов и, соответственно, узнать состав нашего оркестра. А сейчас мы приглашаем еще одного человека в состав нашего оркестра. Его зовут Сергей Степанов. Давайте поприветствуем его бурными аплодисментами, друзья. И он для вас споет. Всем добрый вечер, всем прекрасного настроения.
Ну что же, давайте продолжим песни. All of me. Спасибо, друзья. Сергей Степанов. Он еще к нам вернется. Но сейчас мы сыграем для вас
джазовый стандарт, еще древнейший, который еще исполнял Фрэнк Астер в далекие 20-е времена, 20-е годы. И называется он «Putin on the Ritz». Эта песня не про непосредственно Путина, а про, соответственно, «Put on the Ritz». То есть оденься так, чтобы тебя впустили в самый роскошный отель Нью-Йорка, отель «Ритц». Учредитель Международного дня джаза, между прочим, его зовут Херби Хэнкок. В роли Херби Хэнкока у нас сегодня Василий Горячев. Также у нас соло сегодня исполняли, я не представил солистов, у нас играл же замечательный Петр Волков. Егор Балабанов также менее замечательный. И Григорий Климов. Наши золотые легкие. Итак. Следующая тема, аранжировку я написал еще года 4 назад, наверное. Называется она «Cantaloupe Island». Thank you.
Thank you.
Григорий Климов, играл на тенор-саксофоне Егор Балабанов. Первая труба. Золотые губы Солнечногорска. Владимир Бурцев. Василий Грачев. Настолько виртуозный пианист, что однажды, когда был в Африке на сафари, поймал зебру и сыграл на ней. Да. Итак, наше первое отделение подходит к своему логическому завершению, и мы приглашаем по этому поводу всех к столу. Ну, чуть-чуть. Вы уже за столом. К бару. Нет, бару после второго, после первого отделения. Приглашаем Сергея Степанова, дорогие друзья. Сергей Степанов. И Сергей Степанов исполнит еще одну песню, и мы закончим наше первое отделение. На самом деле, к столу это очень приятно, когда меня приглашают. Это очень хорошо. Вот. Поэтому споем вам песенку под названием «Beyond the Sea», где-то за морем. Пусть это будет не так далеко, пусть будет поближе.
вернемся через 15-20 минут.